Так, лечу. Я делаю пол порции, половину порции. Все напишу под видео в описании на всю порцию. Итак, нужен литр томата, 250 масла. Это на мои пол порции. Чеснок 1,5 головки, 1 острый перчик, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана уксуса 6%. Вот это наше добро. Вот так вот. Одну с горкой ложку соли. Сейчас закипит вот это вот все и добавляем перец. И после закипания варим ровно 7 минут. Отправляем в стерилизованные баночки. Томат закипел. Отправляем сюда наши перцы. И ровно 7 минут провариваем и выключаем. Раскладываем по стерилизованным баночкам. Так, лечо закипело. 7 минут и сливаем по баночкам. Лечо наше тоже готово. Отправляем все это укутывать.